Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», третий том, вопрос 1136. Вы говорите, что форму преподания причастия изменили для того, чтобы причастие не воровали. А чтобы не могли вынести во рту, тут даже дают запивку и следят, чтобы проглотил. Но в 1 Коринфянам 11:29 мы читаем: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем». Если апостол Павел знал, что такие люди в церкви есть, которые причащаются себе в осуждении, и однако он их не только увещевает не причащаться и не прибегает к другим методам изоляции от них, то какой смысл менять форму причастия, смешивать тело и кровь? Ибо в любом случае есть недостойные причащающиеся. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Аминь.